Туве ко дню снятия блокады Ленинграда состоялась встреча школьников с очевидцами трагического периода истории города на Неве. На встречу были приглашены учащиеся 6-7 классов школ города. Борис Борисович Подгорный и Татьяна Алексеевна Афоничева, дети-блокадники, рассказали подросткам о том, какой ценой досталась победа советского народа в Великой Отечественной войне. В нашей библиотеке очень часто проходят мероприятия, особенно подобные о Великой Отечественной войне. И так как в этом месяце 75-летие снятия блокады Ленинграда, которое было 27 января, и в связи с этим мы сегодня провели мероприятие, именно посвященное блокаде Ленинграда. Были приглашены у нас дети с 4 школы и 11 школы, 7 и 8 классы. Ну, что можно сказать? Всегда это, конечно, тяжело говорить на эту тему, особенно слушать ветеранов. И поэтому мы бы хотели донести до детей историю, чтобы они помнили об этом, чтобы они знали. Они выжили. Провели в Ленинграде 900 дней, когда только от голода погибло свыше 640 тысяч его жителей. Десятки тысяч погибли при артиллерийских обстрелах, бомбардировках и умерли в эвакуации. Там были женщины, дежурили. И вот эти бомбы, которые немцы сбрасывали, они старались на крыше бросать как можно больше бомб, этих фугасов, чтобы они горели дома. И вот меня женщины научили, как это действовать. Я на животе подползал вниз туда, к карнизу, они прямо шипят, горят. И только успевал сбрасывать на пол, на землю, чтобы дом не загорел. И вот так все время, как только тревога, сирена загудит, значит, летят самолеты. Мы уже на свой пост идем, я к женщинам, и они мне потом после этого кусок хлеба давали, кусочек. Катастрофически не хватало запасов продовольствия и топлива. Жители блокадного города боролись с голодом и холодом, боролись за жизнь. И сегодня, чтобы школьники поняли, как это, показали им ту самую блокадную буханку. С каждым днем в городе таяли запасы продовольствия. Были сокращены его нормы. Рабочие и инженерно-технические работники получали по 250 граммов хлеба. Это примерно на целый день рабочих. Мы попробовали постряпать этот блокадный хлеб вот перед вами. Практически из того, что можно было постряпать, мы попробовали его сделать. А иждивенцы и дети получали по 125 граммов. Муки в этом хлебе почти не было. Его выпекали из отруби, мякина и целлюлозы. 27 января 1944 года блокада была полностью снята. В результате мощного наступления Красной армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда. Блокада закончилась. Участники встречи посмотрели видеосюжет и фильм о блокадных годах. Организаторы встречи, Департамент по социальной политике мэрии Кызыла, школьники и сотрудники библиотеки имени Надежды Крупской выразили благодарность ветеранам и вручили им подарки.